Здравствуйте, ребятки! Сегодня мы прибыли на Востряковское кладбище, решили снова посетить могилу Янины Жеймо, всем известной любимой Золушки. Если помните, в прошлый раз здесь нам довелось познакомиться с внучкой Янины Жеймо. Мы с ней вместе поставили здесь портрет, красивый портрет, заменили все это, если помните, да, в прошлый раз. Я потом кусочек там ставлю, напоминалку. Внучке Янины Жеймо мы пообещали, что обязательно принесем сюда вазу, для того, чтобы можно было ставить живые цветы в нее, так как ваза отсутствует на могиле Золушки. Вот сегодня мы решили свое обещание исполнить. Взяли вазу, купили цветы, доехали до Востряковского кладбища, до могилы Золушки. И к нашему удивлению обнаружили, что портрет исчез. Снова чьи-то руки-загребуки сперли портрет. Вот теперь вместо портрета, который мы приносили в прошлый раз, на могиле Золушки какой-то дебил оставил вот такую бордюрную плитку. Портрета нашего нет. Так вот. Вот такие вот нехорошие, грязные дела делают какие-то неадекватные люди. Выкидывают, либо забирают, я не знаю, как это назвать на самом деле, забирают портреты, которые мы ставим. Причем, ладно, если бы портреты мы ставили, и родственники были категорически против, но, например, касаемо Янины Жеймо, ее внучка, ее родственница кровная, она была нам благодарна, и она нам помогала ставить этот портрет, она была рада. Мы когда были в прошлый раз на могиле Янины Жеймо и пообщались с ее внучкой, она нам очень советовала приобрести и почитать вот такую вот книжечку. Книжку нашли в интернете, она доступна. Это не реклама, нет, просто хочу вот поделиться своими ощущениями, эмоциями. Нашли книжку, называется «Янина Жеймо. Мемуары. Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Очень интересная автобиографичная книжка с красивыми фотографиями эксклюзивными. Книжку написали родственники Янины, ее внучка, которая была в прошлом нашем ролике. Будем надеяться, что нам когда-нибудь удастся встретиться здесь снова с внучкой Нины Жеймо, и тогда мы уже обязательно возьмем у нее интервью, попросим как можно больше рассказать каких-нибудь интересных историй из жизни легендарной актрисы Янины Жеймо. Очень интересная книга, вот рекомендую. Янина Жеймо. Сейчас мы ставим цветы, ставим вазу, которую обещали поставить. Благослови, Всевышний, этот день. Благослови всех нас, кто этот день увидел. Будь с нами рядом, всюду и везде. Не дай судьбе нас просто так обидеть. Благослови и малых, и больших. Благослови и юношей, и зрелых. И тех, кто верит свято от души. И тех, кто просит робко, неумело. Благослови, да обретем мы милость и доброту, и свет в твоих глазах. Дай нам в борьбе и в испытаниях силы. Дай победить сомнение и страх. Будь благосклонен к нам и милосерд с избытком. И даже если мы тебе наперекор идем во тьму, ты нас согрей улыбкой. Не отврати от нас свой светлый взор. Прости нам все ошибки и грехи. Очисти нас от скверны и пороков. Избавь от бурь мятежных и стихий. Утешь, когда нам очень одиноко.